От оперативной работы сотрудников пожарной службы зависит жизнь людей. Как правило, в случае крупного возгорания одной автоцистерны хватает всего на 5 минут бесперебойного тушения. Именно поэтому, прибывая к месту вызова, первым делом пожарные устанавливают свои машины на гидранты. И здесь самое главное, чтобы они были готовы к оперативному использованию. При пожаре нельзя терять ни минуты. В Чувашии службы МЧС регулярно проводят рейд «Гидрант», чтобы проверить исправность водоисточников. Операция особенно актуальна зимой. Данный указатель пожарного гидранта обозначает то, что пожарный гидрант номер 245 находится на расстоянии 15 метров от данного жилого дома по улице 324 стрелковой дивизии, дом 12. Расположен здесь, на этом месте, под снегом, наледью, то есть очистка данного гидранта не производится. Сотрудникам МЧС пришлось немало потрудиться, чтобы найти гидрант под сугробами, а затем еще привести его в рабочее состояние. Следить за тем, чтобы все гидранты были готовы к использованию, должны предприятия и управляющие компании, на чьей территории они находятся. К сожалению, не все коммунальщики добросовестно выполняют свои обязанности. А ведь порой от этого зависит чья-то жизнь.